Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня, девчата, у нас будет влог. Мы собираемся в поездку, у нас сейчас утро. Лёша повез девочек в школу на занятия. Я, пока он ездил, Машенька еще спала. Я заканчивала работу над проектами. Один, два, четыре проекта я сейчас закончила. Еще возьму с собой на такую в дорогу бумажную уже работу. Параллельно загружаю для вас видео. И буду как раз сейчас, в общем, привела себя в порядок, сходила в душ. Сейчас буду заправлять кровать, одевать Машульку и собирать вещи. Едем мы в Казань с пятницы по воскресенье по делам. Девчата наши остаются с бабушкой, с дедушкой. Как раз уже бабушка заберет их со школы, Софийку с занятий заберет. Вот. А Машулька поедет с нами. Поездка у нас такая, не столько какая-то развлекательная, отдыхательная. Вот. Ну, попробуем совместить. Машенька едет, естественно, с нами, потому что по-другому никак. Вот, мы на грудном вскармливании, и как бы, ну, вариантов оставить нет. Плюс мы попробуем, как оно отдыхать, да, с таким малышом. То есть у нас будет такая проба пера. Если все будет нормально, то куда-нибудь съездим уже впятером. Ну, девчонки у нас в любом случае не обижаются, они понимают, что работа есть работа. Вот, ну что, сейчас я подготовлю вещи, буду собирать. Конечно же, самый большой багаж у нас у Машульки. Да, Машуль? Столько всего надо? Да, столько всего надо везти. Сейчас попробую собраться. И что? И дальше подключусь, покажу, что беру с собой. Дочь, конечно, с каждым годом становится все взрослее. Интересы меняются. Теперь нам интересно не просто погулять на детской площадке, а хочется сходить, например, в кинотеатр с подружками из класса. Хочется больше самостоятельности. Мы, конечно, ей ее даем, но разумно контролируем. Например, для связи, для того, чтобы отследить местоположение, у нее есть телефон. А для того, чтобы купить попкорн или купить мороженое после кинотеатра, мы ей оформили детскую дебетовую карту. Так как у нас с мужем карта Тинькофф Банк, у нас даже вопроса не возникло, мы ей оформили детскую дебетовую карту Тинькофф Джуниор. Тем более это так удобно, я могу в любой момент перевести деньги на ее карту, тем более с Тинькофф Блэк это абсолютно бесплатно.
Кстати, дизайн карты Лиза, конечно же, выбирала сама. Лизин счет отображается в личном кабинете банка в приложении. Там я могу контролировать, в принципе, все ее траты, могу выставить лимиты, чтобы она не потратила лишних денег. А еще ребенок не потеряет карманные деньги, если они хранятся на карте. Даже если будет потеряна карта, все равно деньги можно всегда заморозить и сохранить. Лиза, конечно, теперь ощущает себя такой взрослой, самостоятельной, потому что у нее карта такая же, как у родителей, но я считаю, и это дополнительная ответственность, потому что она сама теперь как взрослая, как большая, контролирует свои расходы. Кстати, там можно открыть счет-копилку и понятнее стремиться к своим хотелкам. К тому же банк еще и поможет накопить быстрее, добавить до 7% годовых с подпиской Тинькофф Про. А чтобы ребенок учился грамотно распоряжаться своими накопленными богатствами, в приложении есть и курсы по азам финансовой грамотности, созданные специально для детей. Заказывайте детскую дебетовую карту Тинькофф Джуниор по ссылке в описании. Ну что, предлагаю нам снять с вами рум-тур нашего номера. Заходим. Так. Ну и, собственно говоря, он у нас небольшой, но нам очень понравился с Лешей. Классный. Вот за моей спиной дверь. Здесь у нас получается телевизор, спальное место. Это я уже здесь Машеньку переодевала. Две тумбочки. Нам приготовили кроватку для Маши. Там, значит, постельное белье, подушечка, одеяло. И я туда положила все ее вещи. Пусть здоров, Машуль. Потому что уже все распаковала. Здесь красивый вид из окна. Все горит, светится. В общем, нам понравилось. Вот так выглядит все. Все ее добро, конечно, Машиного добра гораздо больше, чем нашего. У нас все по-супер скромному. Здесь такая при входе группа. Я сюда уже положила вещи наши. Вот, все развесила аккуратненько. Здесь тоже еще один шкаф. Вот здесь холодильник, ну и там рабочее место, вот как раз здесь уже тоже все разложила, потому что нужно будет работать. Когда я говорила, что Машиных вещей больше, чем чьих-либо, я не шутила. Мы приехали со своим креслом-качалкой, ну и санузел, это прям, мне кажется, такая визитная карточка, он просто огромный. Здесь такая большая душевая. Вот, и зеркало, раковина, в общем, унитаз. Честно, я не знаю, к чему здесь такие размеры, но он реально огромный. Но отель мне понравился, лично стильный, классный. Здесь я тоже уже разложила наши вещи, покажу, что взяла. Дома я совершенно не успела заснять, как собирала косметичку. Покажу вам здесь то, что взяла для Машеньки, для себя. Для Машульки взяла на всякий случай вот такой вот крем под подгузник. Вообще у нас практически вся косметика вот этого бренда. Да, Машулька там тоже рассказывает. А почему взяла на всякий случай, хотя у нас нет там опрелости, еще чего-то. Но дорога, то есть подгузник, не знаю, получится, не получится, да, поменять. Поэтому взяла на всякий случай, вдруг какое-то раздражение будет. И дальше взяла вот такой вот детский крем, но который вот именно для подмывания, умывания. Вот, очень приятный, кстати, у Рияжа, вот этой детской линейки аромат, мне самой понравился. Взяла крабик, это крабик H&M. Неважно, куда я еду, я всегда беру с собой Dyson. У меня Dyson мультистайлер, и я беру вот эту насадку, брашинг, потому что она универсальная. Можно и объем сделать, можно вытянуть волос, можно подкрутить, да, сделать такие локоны. Поэтому вот он всегда со мной, взяла просто насадку. А какие-то косметические средства, что-то такое, я не брала, девчонки. Но обычно всегда дают, вот, тут пробнички, да, вот это все. Но здесь смотрите, как сделано. Натура Сибирика, в общем, здесь и шампунь, и гель для душа. Первый раз, если честно, вижу такой. И жутко неудобный бальзам для волос. Вот я сегодня принимала душ, вот я его просто сжимала. Ну, неудобно, на самом деле, из такой бутылочки густое средство доставать. Хотя волосы, в принципе, такие мягкие, приятные.
Решила я в этот раз ничего с собой не вести, поэтому у меня здесь просто расческа, еще один продукт, без которого я не могу, ну какая-то же все равно нужна защита, когда мы укладываемся, поэтому у меня вот такое вот средство от Альтерна CC-крем. Дальше, естественно, дезодорант, вот заодно покажу вам поближе, чем пользуюсь. Вот у меня вот такой пайо, и, соответственно, Леша тоже дезодорант взяла. Дальше у меня здесь кисточки разные. Взяла себе вот такой вот аромат. Так, а Лёше тоже вам покажу. Ему нравится. Хочу, кстати, вот такую полноразмерную версию взять. Вот этот аромат. Удобно, удобно, что такой маленький travel формат. Дальше моя вот эта тушь от Guerlain. Очень мне понравилась моя новиночка. Далее, вот такая вот тональная основа. Forever Natural Nude Dior. Просто великолепно ложится. 2CR у меня оттенок. Девчат, у меня до этого был Estee Lauder. Забыла, как в такой тубе. И внизу дозатор. Забыла, как называется. Вот это вот, конечно, вообще гораздо круче. Тональная основа. Что у меня здесь? Зубная паста, марли, зубные щетки тоже свои. Как-то мне не очень нравится, которые в отелях. Но здесь вот тоже такой есть наборчик Natura Siberica. И, кстати, не знала, что они в сфере хорика тоже есть. Но вот видите, оказывается, есть. Дальше бронзер. Вот такой вот у меня оттенок 04. Ну и что? И румяна MAC. У меня это Мельба. Оттенок. Все, и карандаш для бровей. Вот такой вот у меня оттенок 04 экспресса Tom Ford. В общем-то, в принципе, все вещи вот в такой косметичке убираются. Очень удобно. Мне нравится, что вот она раскрывается и такая получается. А закрывается, форма у нее более компактная. Это Elodie, вообще детский бренд. У них там разные аксессуары для детей. Ну, вот такая косметичка в бежевом цвете. Мне кажется, да, отличный вариант. Всем привет-привет! Мы едем на вкусный завтрак. Обязательно вам сейчас поснимаю, что у нас там будет. Завтраки нам понравились. Интересные, разнообразные. Есть разные фрукты, овощи, сыры, соленья, свежие какие-то овощи, консервированные, разные пирожные. Кстати, очень много выпечки. Ну и также тут большой ассортимент и яичницы, и сосиски, и наггетсы, и драники. И есть блинчики, есть оладушки, есть сырники. Вот посмотрите, какое количество выпечки. В принципе, нам понравилось, поели мы сытно. Вот это моя тарелочка, а это тарелочка Лёши. Кстати, сейчас вам покажу, что еще готовила дома. Мы сейчас будем готовить с вами очень простое, но вкусное блюдо. У меня есть гречка, и ее хочется как-то интересно подать. Поэтому нам потребуется руккола. Также у меня есть креветки и гребешок, я уже разморозила. Можно использовать куриное филе, филе индейки, тоже будет очень вкусно. Далее немного осталось замороженных овощей. У меня здесь смесь кукуруза, морковка есть в составе и брокколи. Тоже, я думаю, будет все вкусно сочетаться. На самом деле для меня это экспромт, но получилось потрясающе вкусно, хотя я даже не сомневалась. Также нам понадобится черри, болгарский перец, у меня нектарин, можно использовать персик, можно использовать манго, можно вообще не использовать, авокадо, и у меня вот такой салатный лук, он сладкий. Ну и самое главное, это соус от I Can Cook, терияки, готовый соус, у них потрясающий состав, натуральные. Именно он добавит изюминку в наше быстрое блюдо. Итак, с чего мы начинаем? Я сбрызгиваю маслом сковороду, перекладываю сюда замороженные овощи, креветки и гребешок. Все хорошо перемешиваю и под крышкой довожу до готовности. И в это время подготавливаю остальные ингредиенты. Нарезаю
нектарин, повторюсь, можно использовать персик, можно использовать манго, будет очень вкусно. Кстати, персик можно также подогреть, сделать его как будто таким печеным, карамелизированным, будет также очень вкусно. Нарезая помидорки черри, болгарский перец, можно нарезать крупно, как я, чтобы кусочки чувствовались, чтобы они были такие сочные, а можно нарезать мелко, как на сальсу. Тогда это получится как часть соуса, но будет также очень вкусно. Персик, а точнее нектарин, помидорки и болгарский перец я уже нарезала. В это время у меня, в принципе, овощи и креветки приготовились, поэтому я туда добавляю соус от I Can Cook, терияки, и продолжаю нарезать наши овощи. Нарезаю авокадо, нарезаю лук. Ну, это не обязательный шаг, лук, если вам не нравится. Можете пропустить, можете добавить красный. Ну, и сейчас, собственно говоря, нужно собрать нам нашу тарелочку, поэтому я выкладываю гречку, у меня она еще теплая, рукколу, авокадо и также креветки, гребешок и овощи в соусе терияки, они как раз-таки добавляют вот эту вот изюминку такому быстрому блюду. Сверху все посыпаю нектарином, помидорками, болгарским перцем, немножко лука, сбрызгиваю оливковым маслом. Также я решила сюда добавить моцарелла. Можно добавить сыр, который вам нравится. И получается такое теплое, но вместе с тем сочное, сытное, вкусное, полезное блюдо, которое мы приготовили буквально за 10 минут. Здесь как раз порция для меня и для мужа. У I Can Cook представлена широкая линейка соусов, которые подходят для разных блюд, но что их всех объединяет? Соусы приготовлены на основе свежих овощей, ягод, специй и трав. В составе нет искусственных консервантов и красителей. Ну и вообще, мне кажется, такие соусы помогают сделать простое блюдо интересным и разнообразным. Приобрести такие соусы можно на всех популярных маркетплейсах. Ссылочка вас будет ждать в описании к видео. А по моему промокоду вы можете получить скидку на свой заказ. Девчата, я поехала на шопинг. Вот мой, кстати, аутфит сегодняшний. Интересный факт обо мне. Первый раз поеду одна в такси. Никогда в жизни еще до этого так не делала, не ездила. Ждем такси. Вот, кстати, моя машинка подъезжает. На шопинге, к сожалению, не успела для вас ничего поснимать, потому что время было ограничено, поэтому, когда вернемся домой, обязательно все с вами распакуем. А сейчас предлагаю вместе с нами прогуляться по прекрасному городу Казань и показываю наш вкусный обед. Как вернемся с прогулки, обязательно поподробнее расскажу, где здесь самые вкусные эклеры.
Девчата, ну что, хочу с вами поделиться своими впечатлениями, возможно, какими-то рекомендациями для кого-то будет полезно. Город очень красивый, ухоженный, чистый, ну, в общем, такой, знаете, с картинки, мне очень понравилось. Мы, конечно, не первый раз в Казани, но вот в такую хорошую погоду, несмотря на то, что конец сентября, мы попали первый раз. Сухо, светит солнышко и... Ну, тепло, на самом деле тепло, можно вот в футболке гулять. Сейчас, конечно же, под вечер хочется накинуть тренч или какой-нибудь свитерок, а так, на самом деле, очень-очень приятно. Поэтому погуляли мы с большим удовольствием, но скажу касательно еды и ресторанов. Возможно, ну, конечно, мы там посетили далеко не все. Мы вчера пошли в ресторан «Артель», который по рейтингу «Where to Eat» занимает самое высокое место в Казани. Здесь авторская какая-то кухня. Были ожидания, что мы сейчас вкусно поужинаем, что-то будет здесь интересненькое, но нет. И сегодня мы еще заходили в ПП. Вот там мне прям понравилось. Это самые вкусные эклеры, которые я пробовала, это у них. Вот сам эклер. Во-первых, начинки много, и она не масляная. Сверху свежая клубничка, и... Он сам хрустящий. То есть вот это вот заварное тесто, из которого, да, готовятся эклеры, вот тесто хрустящее, просто потрясающе, очень вкусный. Я Лёше говорю, давай завтра, когда поедем домой, заедем, возьмем еще девочку, потому что вот прям рекомендую зайти, если вдруг тоже будете в гостях в Казани, да, приедете сюда отдыхать, погулять, возможно, по работе, по каким-то делам. Зайдите, попробуйте хотя бы десерт, очень вкусно. Но на самом деле все, что мы взяли, нам понравилось даже больше, чем вот в «Артеле», который занимает там какое-то место вот в рейтинге. Если вы живете в Казани и знаете, вот я прям буду очень благодарна, если вы напишите в комментариях вообще стоящее заведение. Я думаю, будет, во-первых, и нам полезно в следующий раз, когда мы соберемся в Казани, уже будем знать, куда идти. И также для тех зрителей, которые планируют, например, поездку в ваш замечательный город, тоже будет, я думаю, очень полезно. Ну и так как мы отправились в поездку с малышом, давайте я вам покажу, что взяла, что пригодилось. Возможно, для мамочек, которые меня смотрят, также будет полезно. Во-первых, девчата, просто незаменимая вещь, вот это вот Baby Bjorn. Мне писали, что так правильно читается этот бренд, ну классная штука, мы, во-первых, дома ей пользуемся просто постоянно, и она складывается в такую плоскую, да, получается, конструкцию, не занимает много места, и вот, чтобы все равно и в номере как-то провести время, вот, классная штучка. Потом, этого же бренда у нас есть вот такой вот, ну, что это, эрго-рюкзак, по-моему, называется, тоже мы его взяли, чтобы можно было погулять, но, скажем так, это не для постоянного времяпрепровождения, но вот в такую поездку тоже палочка-выручалочка. Вот здесь еще спинка, очень удобно ребенку здесь сидеть и удобно носить. Так, из игрушек мы взяли, вот это помните, мне присылали, а, я это в Телеграм делилась, такая классная игрушка Happy Baby. Потом, это вот такая вот дуга у нас, значит, бренд называется Tiny Love, вот так. Вообще классная штука, девчонки, ее что на кроватку. Вот у нас здесь кроватка. Можно зафиксировать, не обязательно даже вот так вот можно зафиксировать, чтобы ребеночек смотрел. Потом мы фиксируем вот на Baby Bjorn, на этом, на качалке, на коляску, она тоже прекрасно встает. В общем, игрушка универсальная, мы прям пользуемся ей. Потом мы взяли плед вот такой вот, толстенький, ну, понятно, с нами еще приехала коляска. Тут разные вот такие вот грызуночки, которые удобно в ручке держать. Вот еще у нас игрушки. Вот такая игрушка. Просто они попадали в кадр и спрашивали, откуда. Сейчас у меня как раз есть замечательная возможность вам ответить. Вот такая бабочка. Здесь гремит, здесь можно жевать. Правда, у нас для этого игрушка не предназначена. Вот, и здесь можно бабочку оттягивать. Она вот так вот собирается. Удобно, что на креплении. У нас, значит, висит в машине, чтобы в автокресле она там развлекалась. И на коляску можно также вешать. И вот такая вот еще у нас музыкальная игрушка. Вот такая вот. Это Мазыкея.
И еще взяла вот такой вот потоньше пледик. В общем, два пледика взяла. Ну, потому что непонятно, какая погода, да, какая температура будет. В общем, оба нам они пригодились. Ну и вот мои покупки. Очень хотела я попасть в магазин 12 Stories. Нравится он мне очень сильно. Хорошо на мне садится одежда их. Поэтому и в лайм. В лайме еще вот взяла. Я думаю, что я вам уже такой шопинг, ну не шопинг-влог, а распаковку на себе по мере уже покажу все это дома, когда вернемся домой. А сегодня только такой анонс. Вот, но взяла здесь, в общем, пальто, взяла жилетку красивую. Вот, я прям очень довольна. Красивые, вкусные осенние образы у меня здесь. Такой у нас с вами получился влог. Взяла вас с собой в поездку. Кстати, вот с нами эта же сумочка от Zara. Очень удобная, вместительная, классная, большая. И практически вся одежда, все какие-то, не знаю, прибамбасы, которые нам нужны были в дороге, все у нас здесь поместилось. И эта сумка лежала у нас в салоне машины. Вот. А там, ну, единственное, что подгузники, потому что их там много, да, нужно на несколько дней. Это мы все уже положили в чемодан. Буду я на сегодня свое видео заканчивать. Получился у нас с вами такой влог. Съездили вы вместе в Казань, вместе с нами. А когда я вернусь домой, обязательно засниму видео с распаковкой, с образами. На сегодня буду прощаться. Всем пока-пока!